Всем привет! В этом выпуске я сделаю обзор на криптовалюту Фантом. Вначале хочу сказать, что я не профессиональный трейдер, а только лишь любитель, и криптовалюта – это мое хобби. Фантом находится на 136 позиции в рейтинге CoinMarketCap, имеет капитализацию 18 миллионов долларов, токенов практически 2 миллиона и хотят еще чуть-чуть довыпустить данных токенов. Начала она торговаться в 2018 году в октябре. Стоила она 1,7 цента, сейчас 1 цент она стоит. Падение не сильно большое, падала она и намного ниже. И сейчас немножко отросла. Видим, что был объем в январе 2019 года и торгуется на следующих площадках. Binance имеет 1 миллион 146 суточный объем, это очень большой. Bilexi 510 тысяч суточный объем. Торгуется также на биржах KuCoin, OKEX. Фантом – это первая в мире DAG-платформа для смарт-контрактов. 27 декабря будет выпуск Opera Mainnet, 31 декабря будет релиз. По прошедшим событиям мы видим, что 15 ноября были вопросы-ответы в Телеграме, партнерство в Дубае было объявлено в сентябре. В сентябре также был релиз виртуальной машины, обновление было, релиз приложений POS, релиз включения центра для голосований. И на протяжении всего года с данной криптовалютой команда работала и развивалась. На их официальном сайте сразу можно узнать, что такое Фантом, для чего она нужна и что она делает. Далее есть девелоперы ихние. Можно узнать более подробно про это все на их официальном сайте. Их команду посмотреть, посмотреть в социальной сети Inkland про каждого его сотрудника и узнать более подробно. На этом я буду завершать свой обзор про эту криптовалюту. До новых выпусков. Всем пока!